Колоссальный труд, фантастическая грация. В Ульяновске проходят всероссийские соревнования по художественной гимнастике. Ранее мероприятия такого уровня проводились в Москве, но в этот раз гимнастки со всей страны встретились в ульяновской Татьяна-арене. За прекрасных землячек горячо болеет известный тренер Татьяна Грибкова. Сборную команду «Динамо» представляют две ульяновские спортсменки: Низамутдинова Аделина и Симушина Александра. По программе кандидатов мастера спорта, по программе мастеров спорта представляет ульяновская гимнастка Жданова Виктория. Александра Симушина выполняет номер с лентой. Красотка в сверкающем костюме признается: лента – самый сложный снаряд. Булава и мячик гораздо проще. Лента все время должна летать, крутить ее, чтобы лента никогда не лежала на полу. А под музыку под какую исполняет? Лирическая мелодия. Техника, артистизм, чистота исполнения. Судьи оценивают выступление по многим критериям. Эстетика также верная спутница художественной гимнастики. Костюмы подбираются в зависимости от особенностей телосложения. Главное – подчеркнуть достоинство. И, конечно, сияющие стразы подчеркивают движение. Наставники гимнасток – люди не суеверные. В счастливые цвета и элементы декора не верят. Мы, тренеры, не верим в эти приметы. Мы верим только в работу и в пахоту. Поэтому мы выбираем под гимнастку индивидуально, смотрим под ее фигуру. Результаты будут известны через несколько дней. 2023 год будет также богат на соревнования. Ожидаются и межрегиональные, и международные состязания. Виктория Чиркова, Анатолий Рассохин. Улправда ТВ.